Пикап, найди сиделку. Друзья, всем привет, меня зовут Раиль, это «Хижина музыканта». У нас сегодня в гостях Роман Коноград. Вы все просили, чтобы я вместе с ним походил по улицам города Казань. Мы в Казани, после Сочи, да? Это второй город пока что в этом году. Будем подходить к людям и просить их назвать любую песню. У нас есть специалист по роковой сфере, по старым песням, ну а я по современным. Очень стрёмно. Стрёмно даже. Он мне говорит, бери, подходи, просто играй. Я уже боюсь. Это выход из зоны комфорта. Это точно. И самое главное, ребята, прямо сейчас поставьте лайк. Если набираем 30 тысяч лайков, я сам приеду в Москву и вместе с Ромой выйдем на улицу снимать такой же контент. Если будет 30 тысяч лайков, тогда я и себе на канал попробую такой снять. Да, вот да. Даже так. Мы очень старались, поэтому подписывайся на «Хижину музыканта». Давайте уже добьем 2 миллиона, потом 3 и так далее. Погнали. Девчонки, а можешь с вами кусочек видео снять? Мы денег не просим, вы просто песню называете. У меня есть YouTube канал. Как не просим? Деньги давайте. Ну, давай. Первую очередь. Нас покажут по телевизору. Да, там 1 миллион подписчиков. Полтора. Уже. Да. А, с твоими? Да. Назовите песню или любимого артиста, кого слушаете. Мы бы могли исполнить. Давайте. Сергей Серов. Я не знаю таких. Давай, вторая попытка. Ну, давайте, какие вы знаете. Да. Нет, давайте перечитаем. Не, а что вы слушаете? Вы что-то современное или наоборот более старенькое? Да, так, можете и старые. Да. Прикольно. Да, прям так сразу резко. А, что еще? Лет, да сколько люди раз? Паста, я не знаю. Какой? Сансару? Давай Сансару. Давай. Переходи на припев, наверное. Сразу, да? Да. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон Сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. И голосами их детей нас просто меняют местами. Таков закон Сансары, круговорот людей. Ой, кайф, мама. Кайф. Слушай, а у вас есть парни? Нет. А можете оставить свой номер? ВКонтакте ищите. Давай, контакт тогда, ВК. Давай. Алина Золотова. Как минимум, моей жене. Да, у него. Трем детям нужны все девочки. Молодые. Алина. А мы как раз преподаватели. Да, о, класс. О, нашли воспитателей. Пикап, найди сиделку. Для детей, короче. Вот это в начале ролика, говоря, вот так да, да. Судя по репертуару, называется. Я Алина, она Ангелина. Ангелина, молодцы, очень красивые, приятно. Классные девчонки. Молодцы, давайте, пока. Спасибо. Спасибо. Опять, да? Девчонки, можете помочь снять видео? Просто нужно назвать любимого вашего артиста или песню. Я смотрела, по-моему, вас в Ютубе нет. Ну да, это. Типа, ну мы здесь снимали. Сотка за песню, что-то. Да, но сегодня без соток, блин, к сожалению. Любую песню. Да? Да. Давайте Ваня Дмитриенко «Венера» песню. А, давай. Да, понимаешь? Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять. Блин, вообще крутой, просто не могу. Спасибо. Все, теперь смотрите на канале видео. Скорее всего, вы там будете. Давайте, пока. Спасибо вам. Ну а если и вы тоже хотите научиться играть на гитаре, как мы с Ромой, попробуйте воспользоваться приложением TeamBro. Здесь вы найдете самые простые мелодии для начинающих, самые простые аккорды, их последовательности, гамки и упражнения для развития беглости. И все это подается в игровой форме, так что не соскучитесь. А я получил ачивку, между прочим. Предлагаю вам попробовать данное приложение, ссылочка будет в описании под видео. Ну а мы продолжаем, погнали. А вот к ним. Можно вас немножко отвлечь, мы денег не просим, просто называйте любимую песню, мы людям настроение поднимем. 30 секунд, вообще ничего сложного. У меня YouTube канал на 1 миллион подписчиков, вот. Какая любимая песня?
Или артиста любимого можете вспомнить. Я старьон, я Земфиру люблю. Земфиру? Давай, песню. Нахер мне город, в котором больше не встретит тебя. Я ее тоже люблю, но... Вот это давай спой. Я искала тебя дворами темными, искала тебя ночами темными, журналы в кино, среди друзей в день, когда нашла, с ума сошла, а ты совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя гуашью, дыши, звонки, ночные слезы, ну, нормально, спасибо вам, давайте, спасибо. Хорошо. Ладно, вот. Давай, давай. Правда? Да уж, сразу. Можно с подружкой? Да, давай. Ребят, правда же, что она похожа на певицу Кучер? Есть такое немножко, по-любому напишешь комментарий. Давайте, внимание, фоткаем. Здравствуйте, а спойте какую-нибудь песенку, я вас это в Ютубе видел. На Ютубе видел? Да, подписан. Ну а кого ты слушаешь? А вы знаете, это бутылка кефира полбатона. О, ни хрена себе, да? Давай. Это же чай. Да. Это моя самая первая песня, которую я на гитаре разучил. Бутылка кефира полбатона. Бутылка кефира полбатона. А я сегодня дома. А я сегодня дома. А я сегодня дома один. О-о-о-о. С утра я почитаю газету. Конечно. И может быть сгоняю кино. И в общем все равно. И в общем все равно. И в общем все равно какое. О-хо-хо-хо. Она тоже бесконечная, как сансара. Настроение. Да, в этой песне нет припева, нет ничего. Спасибо да. тебе. Нифига, да? Малой назвал. Да, круто. Пока. Давай, ну сначала назови песню лучше. Песню? Да. Вашу любимую и любимого артиста. Закрой за мной дверь. О! Давай. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав, меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Пока. Спасибо тебе. А, нет, фотку сначала. Да, давай, давай фотку. А я хотел на видео это все снять просто. Да? А, да. Все, погнали. Давай, называй любимую песню. Ну, я мало слушаю, ну просто не лето, что первое. Не лето? Голову, да. Давай. Это по моему части. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Если тебе будет грустно, приходи туда, где прожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. 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 Красава. Спасибо. Нормально. Круто. Неожиданно, да? Да, да. Контент. Это он нас пранканул, да. А не мы его. Ролла что-то пришло. Блин, просто попадаете в такие видео. 5 миллионов, там 7 миллионов. Но. И вот это наберет миллион по-любому. По-любому. Ладно, удачи. Благодаря тебе. Я не в форме чуть-чуть, я бы получше сделал. Да, сейчас. Ну ничего, здорово. Все, спасибо. Все, пойдем, ставьте лайк, друзья, вот этому акробату лучшему. Погнали дальше. Из Москвы вы? Да. Классно. А мы записываем это видео для Ютуба. У меня миллион подписчиков на Ютубе. Вы называете любимого артиста, и мы поем. А у меня 1000 фолловеров в Инстаграм. А вот увеличится, понимаешь?
сейчас назовем. Мне не нужен этот хайп. Ну ладно, у нас нет хайпа, просто доброе видео. Да что это сложно? А у меня злые контент-шлайки. А, у тебя? Мы сестры. Вы сестры родные? Да, так что нахуй. Что-то не похоже даже. А, погромче? А что они не хотят? Они не нахуй хотят пляжа. Все. Нас послали. Все, давай, давай, отходи, не порти мне. О, отлично. Можешь еще что-нибудь сказать? Нет. Девчонки, привет. Можешь с вами кусочек видео снять? Ничего, сложно, денег не требуем. Называйте любимого артиста или песню. Мы поем. Все. Для Ютуба. У меня есть канал, там 1 000 000 подписчиков. Вот. Корж. Корж? Да. Давай. Малиновый закат. Малиновый закат. Вроде как, да. А ты знаешь слова? Я петь не буду. Да? Да. Малиновый закат стекает по стене. В тех ломаных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел. Жаль, что ты ничего не знала обо мне. Малиновый закат рисует на стене. Наивно не пытайся достать, что давно сел на дне, если ты ничего не знала обо мне. Нормально? Да. Спасибо вам. Подожди, давай еще что-нибудь. Давай еще песню тогда. Можно что-нибудь? Хорошие песни вы заказываете. О, я не знаю. Павлюченко не знаете, да? Павлюченко? Что? Нет. Да. Павлюченко это футболист? Что-то из рокового направления. Или из старых песен, может. Старых. Давай. Да, теперь старых. Земфиру. Какой весь? А любую. Давай, давай. Земфиру. Как тебе нравится. Давай это да, нормально строится. Давай. К примеру. Пожалуйста, не умирай. Или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже хочешь сладких апельсинов. Хочешь звук рассказов длинных. Хочешь я убью соседей, что мешают спать. Твоего парня зовут на букву «Р»? Меня зовут на букву П. П, это типа английская П. Да. Как зовут? Полина. А тебя? Диана. Спасибо большое вам. Да. Канал «Хижина музыкант» называется на Ютубе. И гитара с нуля. И гитара с нуля. Да, там ссылка будет все равно. Ну, да. Спасибо, все, пока. Крутые песни загадали. И красивые девчонки. Да. Вот такой вот выпуск получился. Продолжение смотрите на канале Ромы, ссылочка будет в описании под видео. Напишите в комментариях, какая реакция, какая песня вам понравилась больше всего. И напоследок я хочу сделать небольшие подарки, разыграть 5 моих видеокурсов по гитаре и вокалу. Для участия нужно поставить лайк, написать вообще любой комментарий и подписаться на канал. Итоги подведу у себя в Инстаграме, поэтому тоже подпишитесь, там много интересного. Всякие лайфхаки, видосы с Акстаром, с Ромой, с Квашиной. Все это смотрите там. Увидимся.